Оглянитесь вокруг! Ваши боги уже не могут помочь вам! Могильный холод воцарился над некогда теплым Голлерадом! Примите веру богов-близнецов, и они защитят город от Мараны! Гляньте на этого человека! Он везде носит книги, которые называют священными. Но слова лжепророков не помогают ему. Он раб. Рабом и останется, пока не признает истины богов-близнецов. Мои боги заботятся и о рабах. Заботятся. Они не могут позаботиться даже о своем мучении. Все равно мои боги со мной. Тогда, может, возьмешь меч и докажешь свою правоту? Дерись, раб! Дерись! Эй, кто-нибудь! Ну дайте же ему меч! Оставь его. Ты кто? Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих. Вот как? Может, потому что не по силам? Твой воин проиграл. Отпусти этого человека. Если заплатишь выкуп, ты сломал меч моего воина. Отдай свой. Вот ключ от его цепей. Отдай свой меч. И забирай раба со всеми его грязными книгами. А у тебя плащ порвался. Поди прочь, никчемный наемник.